Оплатить жилищно-коммунальные услуги и за потребленную электроэнергию нужно успеть до 31 декабря. На протяжении всех новогодних каникул кассы Единого информационного расчетного центра работать не будут. У потребителей есть два дня, чтобы оплатить услуги ЖКХ. Это 29 декабря с 9 до 15 часов и 30 декабря с 9 до 7 часов вечера. Компания «Газпром Энергосбыт» будет принимать оплату за электроэнергию 29 декабря с 9 утра до 3 часов дня.